Добро пожаловать на канал Европейского космического агентства. Это программа «Земля из космоса». Я Келси Бреннан Весселс. Недавно в Калифорнии после многолетней засухи прошли сильные дожди. Уровень воды в озерах и водохранилищах повысился. Это можно легко заметить на снимке долины Сан-Хоакин, сделанной спутником Sentinel-1. Справа вверху снимка вы видите озеро Кауэа. Левее озеро Браво и озеро Саксесс справа внизу. Два снимка, сделанных Sentinel-1 15 декабря и 26 января, наложили друг на друга, придав каждому из них определенные цвета. Красные области на водохранилищах появились из-за смешения этих цветов, как результат подъема уровня воды в них. Как только сильные дожди почти полностью заполнили озеро Саксесс, местные власти принялись спускать из него воду. В эти дни оно опустошалось быстрее, чем наполнялось. В прошлом все было наоборот. Тогда засухи очень сильно сказались на урожайности по всей долине Сан-Хоакин, которая является крупнейшим агропромышленным регионом. Плодовитость виноградных, хлопковых, ореховых и фруктовых растений сильно зависит от орошения поверхностными или грунтовыми водами. Большую часть этого совмещенного изображения занимают сельскохозяйственные угодья. Как и в случае с водоемами, смешение цветов позволяет нам наблюдать периоды роста и сбора урожая в период между декабрем и январем. С правой стороны изображения вы можете заметить подножье горы Сьерра-Невада. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться видео с друзьями. Спасибо!